1 декабря. Воронеж. В офис гвардии ММА. Начинаем, как обычно, со стихотворения. Нас не нужно жалеть, мы и сами себя не жалеем. Мы пред совестью нашей и пред Господом Богом чисты. Мы не верим в вранье, предавать уж давно не умеем. Мы идем сквозь молчание, и плывают за нами мосты. Сквозь молчание близких, глумление, зло и презрение. Мы свободные люди, и нас ненавидят рабы. Мы несем им надежду, мы знаем, настанет прозрение. И они встанут рядом, но пока они слишком слабы. Это наша судьба, мы себе ее выбрали сами. Доносить людям правду, идти, несмотря ни на что. И порою отчаянием горло сжимают тисками. Но ведь если не сможешь, ведь если не ты, тогда кто? Пусть живые запомнят, как мы мертвых своих хоронили. Как нам было непросто, как жены отдали на взрыв. Нас не нужно жалеть, мы бы, может, давно отступили. Когда если б не долг. Да пред нашими мертвыми. Вы получили богатство. Загрузились по полной программе. Да, 30 тысяч. О, теперь есть чем работать. И сколько правды, да, приехало в Воронеж? Класс. Вон Дима радостный. Поехали. Поехали на механический завод сегодня воронежский. Только что разгрузили в офисе. 30 тысяч, вот оно у нас. Вот. Народ начинает только со стороны. Там надо оба. Со всех сторон. Оба. Да, сейчас перекроем оба перехода. Да. На остановке раздали. Газетка свежая, узнайте. Дескать, правда, вранье. Были стройки. Место дислокации. Да, на механическом мы хорошо пульнули тоже, там, я думаю, сколько. Ну, прилично. 500, да, точно. 500, да? 700, да. А, может, 700. Ну, народ весь вышел, поэтому переехали в другое место, где еще шевелится. Да,